Всем привет! У меня новый проект. Буду вязать простой жилет. Появилась у меня такая необходимость. Пряжа тоже очень простая. Из фикс-прайса. Пехорка, сельский мотив, 30% шерсти, 70% акрила. Цвет натуральный серый. Моток 80 грамм, 200 метров. За 100 рублей. Взяла 3 мотка. Думаю, что мне их будет достаточно. Связала образец. Вязать буду платочной вязкой. Так будет выглядеть основное полотно. Спицы 4 мм. Подсчитала нужное количество петель. У меня получилось 82 петли. Приступаю к работе. Буду вязать спинку. Набираю петли. Вяжу резинку 1 к 1, 14 рядов. Готово. Дальше вяжу основное полотно. Вязание простое и вяжется быстро. Провязала 116 рядов. Связала я спинку нужной мне длины и связала полочку. Попереду связала 100 рядов. Теперь формирую горловину. Отметила маркером середину и отложила по 7 петель в каждую сторону. Эти 14 петель я просто закрою, а по бокам буду делать убавки. Провязывая 2 петли вместе через ряд. Всего убавок будет 5. Оставшиеся 7 рядов провяжу ровным полотном. Вот так вот у меня получилась горловина. Теперь буду сшивать плечи и бока. Мне кажется, что вырез горловины получился идеально. Какая я молодец! Затем я сшила бока. Следующий этап. Обвязываю горловину резинкой 1 к 1. 4 ряда. То же самое проделываю с проймами. Вот так получается. Еще одна примерка. По-моему, хорошо. Осталось заправить кончики и еще раз примерить. Простой удобный жилет, который легко связать. Готов! Спасибо за просмотр и до новых встреч!